Но то, что вы услышите сейчас, это нечто совершенно уникальное. Это тоже мой тезка. Его зовут Сережа, фамилия Ковалев. Запомните эту фамилию, поскольку он еще, я думаю, не раз прославит наш город. Он великолепный исполнитель на губной гармонике. Он настоящий блюзмен. И те блюзы, которые он исполняет, конечно, имеют давние реминесценции и в чикагском блюзе, и в кантри-блюзе. Но все это делается по-нашему, по-харьковски. Встречайте, Сергей Ковалев. У меня для вас есть нечто этакое. Начать хочу с хрестоматийной композиции. Это прием и композиция, которые играют блюзмены, это классика жанра. Называется, в моем случае это Train Ha-Ha, поезд Харьков-Хайфа, или просто Train Blues. Спасибо. А сейчас, если тот, кто думает, что украинского блюза не существует, глубоко ошибается. У нас есть все. Итак, украинский блюз. Мамчина,
долька, мамчина. Oh, if you wanna kiss me, baby, цілувати навчена. Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки. Oh, this really sexual situation. Та злилися, 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 злилися. Та злилися до кубки. Как настроение, люди дорогие? Right. Сейчас инструментальная композиция «Собачий блюз» посвящается всем собакам и всем, кто любит этих замечательных животных. «Собачий блюз» ре мажор. Thank you.
Да. Up on the Honda Beamer, my boots in the car, Rabashes no Beamer, Shotini Posta. Rabashes no Beamer, Rabashes no Beamer, hey, I just blew, but sure in time. Tashki, my you, could you check to you? Яна сплю, що я став.
Браво! Сергій Ковальов. Наша легенда.